Volkswagen пикап, какая-то редкая модель, старенькая. Кто знает, напишите. Не дошел я до точки после участия, но приятно прокатился. Иду на свое место, с которого все хорошо видно. Не знаю пока какое время там, по сравнению с остальными. Но старались, ошибок особых не было. Да, жестко идет. Но недолго. Бородач продолжает охоту на меня. Тормозов нет. А задом дрифтинуть хочет. Ну, это интересно. Так, у вас второй участник. Опять не вписался, та же ошибка, ну и вошли нормально. Окно, правда, было открыто, пару капель попало. Отвлекало немножко. Идем наверх на наше место. Тяжеловато им. Да, сложный второй участок такой. Много таких оврагов опасных. Будем пробовать улучшить сейчас. Да, так припарковано. Бородач в поисках болота. Сейчас влево пойдет, я думаю, за лентой. Так, у вас финишировал. Так, ну второй круг начинается, вот реальный претендент на победу на Ниве. Зимой он выиграл у всех. Я был третьим, вторым не помню, кто был, он был первым. Ну и потом во льдах отжигал на раздутом колесе. Так, опять первый. Грант выезжает. Ну, сейчас паузу больше дадут, чтобы не мешали. Дизельный VG. Не знаю, 2.7 или 3.1. Судя по тому, как сверлит, она 2.7, похоже. Тоже практически стоковый. А может и полностью стоковый. Ну, шины по-любому не родные, наверное. Да, шин не хватает, лосички. Красавчик.
Так, ну, все, теперь претендент на победу. Старт пока вяленький. Сбил ленту. Понятно, как впечатление на заднем приводе. Или более скользко, наверное, все-таки стало, хоть и пару капель там упало, дождя фактически не было. Чуть-чуть было, этого хватило. Сложнее, да, наверное, сейчас. Тут на второй части шустро идет, конечно. Артикуляция хорошая. Я там сбавлял. Ну, хотя, может, разгон быстрее все-таки. Ну, красавчик все равно. Так, два УАЗа. Фальстарт, но я думаю, его простят, учитывая неудачный первый заезд. Подремонтировали машину. То, что эвакуировали. Двери, да. Thank you.
Паджеро 2 Каратыш. Второй заезд обычно быстрее. 3 литра, V6. А нет, турбодизельный, наверное, заборник, я извиняюсь. У нас есть такой. Это не киевский. Технично в поворот зашел. Да, более скользко стало явно. Вот и Гранд Чероки. Турбодизельный. На сликах. Это диски 18-е визуально. Красиво, но не то немножко. Да, на таких шинах сложновато.
Да, тут можно наступать везде. Кроме стартового горба одного. Сейчас попробую запомнить. Хотя бы на первой части места, где можно не терять время. Так, 69-й на трех цилиндрах. Да, главное участие. Стоки практически, не практически, а в стоке, ну там доработки над головой только.
Так, две Нивы опять. Это более медленная в стоке. Ну, сейчас реальный претендент. Претендент на победу. Что-то чинили, я видел, между заездами. Первый заезд был такой достаточно адреналин. Блин, ну, сегодня никто не прыгает, все берегут технику. Тоже аккуратно, примерно как я, идет. Так, Гранд
а тут можно наступать. Он второй раз по своей траектории тут идет. Ох, красиво. Так, Бобровец, это жесткие всегда. Даже не тормозит. Да, котлетка, такая полукотлетка. Не хватает динамики для такого. Трамплин. Не сбросил, все берегут сегодня технику. В прошлом году так напрыгали, что мама не горюй. Гранд на финише.